Меня иногда спрашивают, что я думаю о царе Соломоне. В Библии у него было 1000 жен, и все его уважали. Сегодня его бы арестовали и при 2 женах. 1000 жен. Да что с ним не так? Все, кого вы сегодня почитаете, бессовестные и психически нездоровые. И они еще говорят вам, как жить. Билл Гейтс. У него миллиарды долларов. Если бы у меня было столько денег, я бы чувствовал себя настолько обязанным обществу, что строил бы школы, больницы и все остальное. Мне было бы стыдно, что я отобрал столько денег у людей. Билл Гейтс тот еще мерзавец, как и большинство верующих. Нет ни плохих, ни хороших людей. На самом деле они просто отражают свою культуру. Следующий вопрос.